Сегодня не погода, муж не пошел на рыбалку. Вот решили сделать косметический ремонт в туалете. Ободрали все старый материал. Вот такая страсть у нас получилась. Вот. Встретимся после преображения. Так, были большие неровности на потолке и на стенах. Мы их заделали, а сейчас приступим к созданию декоративной плитки. Одна форма уже готова. Вот мы сейчас покажем, что получилось. Такая вот красота получается. Остается только приклеить и раскрасить. Вот что у нас получилось с плиткой. Вот так вот мы выложили. Надо будет ее раскрасить, зачистить, довести до ума. Еще хотим попробовать такого вот дракона тоже сделать. Вот что у нас получилось, осталось доработать. Вот что у нас получилось. Пятна, которые красные, как мокрые, это подкрашивали, потом высохнут, и вот цвет выровняется.